Привет, привет! Наверное, многие из вас уже заметили, как сильно вырос в последние дни токен UST Classic, который ранее был долларовым стейблкоином UST. После краха Луна его цена падала ниже 1 цента, но сейчас данный токен постепенно возвращается к изначальной привязке к 1 доллару. А вместе с ним растут и его нативные монеты Luna Classic. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о молодом мемкоине, который связан с данным проектом UST и Lung и позволит вам неплохо заработать на данном инфоповоде. Речь сегодня пойдет о проекте LungRise и его токене LCR. В данный момент LungRise – это относительно молодой проект, который был запущен всего пару дней назад и сейчас работает в сети Binance Smart Chain. Его основным продуктом является дефляционный Web20 токен под названием LCR, в основе которого лежит так называемая механика налога. Про подробные проекты я уже делал много видео на своем канале. Но для тех, кто не в курсе, кратко поясню, то налог представляет собой дополнительную комиссию, которая взимается с пользователей в самих токенах LCR при каждой транзакции помимо основной платы за газ. Размер налога LungRise стандартно большой для подобных проектов – целых 9%. Его распределение выглядит следующим образом. 4% используются для распределения между всеми остальными держателями токенов в качестве пассивных наград. А еще 1% с каждой транзакции автоматически блокируется в пуле ликвидности на децентрализованной бирже PancakeSwap с последующим сжиганием LP токенов. Помимо этого, часть налога также используется для маркетинга и сжигания монет Luna Classic. Получается, данный проект предоставляет вам шанс легко и просто приумножить свои вложения, может быть даже в несколько раз. Нужно лишь один раз купить токены на децентрализованной бирже и хранить на своем личном кошельке, а потом продать их, если цена иксанет из-за хайпа вокруг данной темы. Плюс дополнительную прибыль вы будете получать еще и с налога на транзакции других пользователей. Цена же токенов LCR от проекта LungRise будет расти по нескольким причинам. Во-первых, это мощный объем рекламы, который будет обеспечивать создатели проекта, регулярно закупая рекламу у инфлюенсеров и блогеров, а также размещая LCR в различных криптовалютных агрегаторах вроде CoinGecko и CoinMarketCap. Такой маркетинг будет способствовать постоянному притоку новых пользователей, которые своими покупками будут поднимать вверх цену LCR, а потом можно холдить их. Как минимум потому, что наличие высокого налога на транзакции у данного токена будет удерживать инвесторов от частых продаж. И сливать токены они наверняка будут только, когда заработают на них прибыль в несколько иксов. Помимо этого, на росте цены токенов LungRise может сказаться и грамотно спланированная создателями проект токеномика. Дело в том, что изначально ими были напечатаны сразу все токены в количестве 100 миллиардов штук, и больше они никогда допечатываться не будут. Помимо этого, часть эмиссии в размере 15% была изначально заблокирована в пуле ликвидности на децентрализованной бирже PancakeSwap, что обеспечит пользователям возможность свободно торговать данным токеном в почти любых объемах. Однако подобные алгоритмы и токеномика имеются у множества современных мемкоинов и дефляционных токенов, которые сейчас существуют уже довольно много. Чем же именно выделяется среди них герой моего сегодняшнего обзора? Ключевая фишка LungRise в том, что он продается не просто как бесполезный мемкоин, а как весьма ценный проект, который ставит перед собой благородную цель вернуть сети Luna Classic былое величие. Эта тема сейчас активно продвигается в обширном комьюнити Lung и UST. Сообщество проголосовало за возвращение UST привязки в 1 доллар, а биржа Binance даже убрала предупреждение о риске на торговых парах с этими активами. И на этой теме и будет играть проект LungRise, привлекая в число своих холдеров активное комьюнити Luna Classic. Тем более, что проект LungRise работает не только на словах, но и на деле. Например, за первые 12 часов после запуска проекта они сожгли более 3 миллионов монет Lung. Плюс, в данный момент в социальных сетях LungRise проходит еще и масштабный розыгрыш, в ходе которого 5 счастливчиков смогут выиграть по 600 монет Lung за выполнение простых действий. Суммируя все вышесказанное, можно разглядеть в данном проекте определенный потенциал, но при этом не стоит забывать об огромном уровне риска, который всегда присутствует при инвестиции в подобные мемкоины и дефляционные токены. Тут как есть шанс получить иксовую прибыль, так и высокий шанс потерять все свои вложения за считанные минуты в случае быстрого падения цены токена, взлома смарт-контракта и так далее. Поэтому будьте очень внимательны и осторожны, проводите собственное исследование и не инвестируйте в него суммы, которые вы не можете себе позволить потерять. На этом у меня все, друзья. Жирных вам иксов, вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч. Пока-пока.